исполнители классической фольклорной музыки имеют возможность выступить на мировой сцене. Классика жана фольклор музыкаларынын аткаруучулары дүйнөгө таанымал чоң сахналарга чыгууга мүмкүнчүлүк алат. Биз юбилейибизге арнап өткөргөн бул сынакта жеңип алган 3 катышуучу Евразия фестиваль сынагына жолдом алат. 3 человека сегодня, которых отобрала эта комиссия, они поедут, будут участвовать в этом фестивале. Итак, здесь нет первого, второго, третьего места. Это все три места равны. Я понимаю, что вы понятия не имеете, кто это. Я до последнего момента не имел. Омургазы Уулу Джалалбек. Азыр кучур, ушу жашомду эң кубанычтуу учурлардын бири болуп атат. Утулган майой кубанып атам. Толкундан ушу Америка негизи өзүмдүн мечтам болчу баштан эле. Кичинекей кезимден баштап эле Америкага барсам деген ойлорум бар болчу. Ошондо Кудай буйруп бүгүн кабыл болуп отурат. Второй финалист. Элиза Салибаева. Бахтияр Даранов.